как не стать жертвой манипуляции? А уже же есть курсы, как не стать жертвой манипуляции. Курсы есть, да, но ваше мнение. Чтобы не стать жертвой манипуляции, а, нужно вычислить, что вами манипулируют, б, нужно вычислить, каким методом это осуществляет, с, нужно вычислить, с какой целью это делают, и после этого переманипулировать. То есть, чтобы не стать жертвой манипуляции, нужно стать манипулятором. Естественно.